Так, стрим пошел, мы играем, ну, в привычную нам Олимпиаду, по которой мы и проводили чемпионат. Блин, да вы охренели, блин, я еще не настроил ничего. Короче, это, давайте пересоздадим. Без проблем. Так, сейчас, я имею в виду саму игру, я... Сейчас я настрою управление тут это, что все это, блин, важно тоже. Да, я тоже, пожалуй, лучше проверю. Оно все идеально. Да, вот такой вот гольфстрим, блин. Так, парт создал, я зашел. Я готов. Так, ну запускайте. Может, надо было еще одну рассылку сделать? Или хватит? Так, ага, ну я как всегда. Так, маму, у меня не будет выбора. Бери, бери либералов. А ху берет консерватор, соответственно. У меня коммунисты и у портсигара фашисты. Так, сейчас бега. Блин, да кого тут выбирать? Я не люблю. Не вот это. Того, которого скорость выше. Так, так как игра не рассчитана нормально на четверых, то следим, кто с кем играет, и не трогаем управление. Так, Барт первый, Липец второй, Хуба третий, Нарак четвертый. Не забываем. И мне напоминаем. Так, Барт не хочет в магазин идти. А мы покачаем девушку. И пойдем купим что-нибудь такое. Да... Паршивое. Да. Так. Ага. Ну и хватит, наверное. Так, это у нас кто сейчас? Ага, Хуба. Все, надо запомнить. Давно тоже не играл, кстати, во вторую Олимпиаду. Ну вот, есть такая возможность. Есть возможность опозориться нафиг перед всеми тут. Что-то ты купил потом... такое, даже не знаю что. И зачем вообще. Увидишь. Увидишь. Это делает то, что я нажал, и он сразу вертушку делает. Ну, это можно было и так сделать. Но я так не умею. Беспощадно. Так, я сейчас с Партом сражаюсь. Ты ему дай хоть пробежать. Не дам. Это со мной не будет таким жестоким, а то это игрок уж такой. Да ни хрена, ты глянь, он уже впереди. На. На нар. Да вообще, зверь. Шипов надо было ему кинуть. И гвоздей. Че? Че я не додумал, службу шипы купил. Я уж не помню, что в этих магазинах продается. О, отлично. Еще отлично. Доску взял, блин. Нет, это вам не та Олимпиада. Тут я хоть чуть-чуть знаю, как тут делать. Я тебя обогнал.
возможно, ты придешь вторым. Ну, еще не факт. А я вот как сделал. По-моему... Эй! По-моему, он... Прикольно. Ой, боже. Так, я теперь против кого? Против этого, Хубы. Ну, Парт оправдал свой ник, пакостник. Блин, по-моему, меня лупят. Блин, твою мать. Капец. Куба, а ты сколько раз эту игру играл, кстати? Как прыгать? Куба не слышит. Ё-моё. Он увлечен избиением меня. Ну да, прыгать. Это, наверное, это приятнее, чем отвечать на вопросы. Да что ж такое? Да хотя бы добежать, а? Е-е-е. О, где-то я это уже видел. А ты, по-моему, поскоростнее, я смотрю. На рак. Да, по идее, скорость у него это должна быть больше. Твою мать. Отвали от меня, подонок. Годзяй, подзонок! Мы не можем быть вместе. Получи вертушку, блин. Так, а вот мы чканули. И это кто-то на рак. Меня отрубили. А, ну точно, тебя отрубили. Так, сейчас я играю с тобой, скорее всего. Со мной. Да. Да блин. Я вас ненавижу. Ты же купил свою вещь. Да блин, я не успеваю ей пользоваться. Блин, мне надо три монеты в жопу готов. Блин. Надо тебя это... Да лучше меня... Оставь в живых. Меня уже до конца. Это что? Бай. Да как прыгать, а? Он не прыгает у меня даже. На две кнопки жми, будет прыгать. А я что делаю? Он на три жмет. Все, меня отупили. Да. Портсигар играет с кем? С Кубой. А, еще хотел, чтобы я в чемпионате был. То меня подлупили бы на первых этих. Ну ты почти шар разбил, ты че вообще? И тот, ты меня лупанул ногой, я улетел. Ну у тебя потенциал какой? Это ж ужас просто. Нет, ты сюда. По-моему, кто-то ускорил игру опять. По-любому у парты есть приспособление такое, которое ускоряет игру или замедляет. Вот то паузу нажал. Просто-напросто, когда ты первый игрок, нажми кнопку Tab и ускорится игра ненамного. Да просто управления нету, ни у меня, ни у парта. Я сейчас не управляю. Нету. Я тоже ничего. Меня отлупили, и я лежу сейчас. Ну, что там в чате пишет? Парк пишет, кто за меня управляет. Но у меня тоже управления нет. Кто за кого управляет? Я не управляю, я ничего не нажимаю. Я вот сижу просто и наслаждаюсь. А меня отлупили. Я вообще валяюсь, вот смотрите. А может быть Нарак управляет за Парта, а Парт за Нарака? Такого быть не может. Я сейчас ничего не делаю лично. О, я ничего не делаю. Может, это вообще комп тут? Но дело в том, что игра ускоряется. Это да, это факт. Кто-то нажимает кнопку Tab, что игра ускоряется. Блин, я вообще не знал про то, что там Tab можно нажать. И у меня нет такой кнопки на джойстике лично. Я что-то сам не знал. Это просто настройки эмулятора такие. Так. Куба. Сейчас лазарет. Так, я играю с Нараком. Опять что ли? Да как вот играть? Нет, не с Нараком. С Кубой. С Кубой. Двое подонков отмороженных. Блин, ну игра ускоряется. Да и вообще ужас.
контровидная сильно. Я не знаю, что это. Ага. А вот тут мы и поиграем. Такое. Блин, он вырвался все-таки. Кстати, можешь мне попробовать как-нибудь сейчас что-то? Я не знаю, я ничего не сделаю. Так, кому-то хана придет. Вероятнее всего Хубер. Хотя хитро узнает. О! Палочку. Хомка опять к тебе пришел. Жестко. Да это Хуби пришел, кирдык. Или нет? По-моему, тебе пришел кирдык. По-моему, не мне пришел. Или я не знаю. Да мне, да, мне. О! О, все. Хуба проиграл. Наконец-то. В поединке он проиграл. Так, да. Парт тут с компом, да, за первое. Ну так и должно быть. Кунь-Ёкун должен быть везде первым. Мы ничего не сделаем. Так, кто за компа управляет, признавайтесь? Это сделал я. Я управляю. Я компом. Думаю, Степан тут управляет. Дистанционно. С работы. Таран управляет, небось. А Тарантул Эстебаном управляет как раз. Ну давай, квадратные ноги. Так, по-моему, я на последнем месте. Ну я не понимаю по этому самому. По азбуке Морзе, так что я не знаю. Вот кто третий? Он же заработал 5 монет. Так, это у нас что, метание этого? Ядра? Да. Это того, у кого больше скорость или сила? Тут, по-моему, скорость играет роль. Я тоже не помню. Так. Портсигар выкурил портсигару и кинул... ядрышко. Прямо на берег. Но я решил пособирать монетки. Да вряд ли это можно назвать удачной попыткой их сбора. Да. Да не, что-то предпринимает он явно. На нах. Я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Я тоже так думаю. Зависло где-то. Прям между монетами. Я думал, специально между монетами кидает. Вот видишь, прям между монетами. И сейчас не соберет ни одной. Во, видал? Идеально вообще. А тем временем у него уже 8 бросок идет. А еще пол дистанции. Опять между монетами. Идеально, слушай. Сейчас попробуем, куда из рези выберется. Рези ж нельзя растолкать, хорошо. Ну вот, результативно. Это просто грязь. Затонул. Да, без турбо ему плохо придется. Да. То есть у меня есть шанс даже парта обогнать. Красиво, вообще красиво. Это же ведь будет в стриме. Простого показательно. Так, скорость у нас вторая. У меня какого-нибудь самого хренового. Ну а ты сейчас опозоришься еще хуже меня. Так, ну давай все-таки на табло глянем. Давай. Так, вот у меня 13, допустим. Так это по таблу промазывалось, честно. Так. Я, оказывается, какой? Второй. 32, не знаю, а у кого. Моя... У парта, наверное.
Ну да, а где моя тут как бы школа? Даже не знаю. Блин, я забыл, как это делать, если честно. Тут бы кнопку вперед. А вот, вспоминаю. Отлично. Итого 31 метр. Я это дальше кидаю. Идеально. 20 метров. Можете это идти курить. Чётко. Кто курит? Да я не курил, кстати. Мне еще рано. Тогда придется вам мучиться и лицезреть вот это действо. Это специально сделаешь так, монетки собирая? Конечно. Это часть моей тактики. Ничего себе. Прям профессионал. Ой! Ну, я хоть бы вытащили поиграть. Еще бы одну бы, еще бы одну бы. Эх, жаль. Это в футбол надоело играть из разнообразия. Я узнал, насколько я жалок в Олимпиаде. И есть стимул стремиться. Да. Разнообразие может, конечно. Ну да. Чемпионаты будут летом, а летом у меня каникулы, поэтому потренироваться будете у меня не успевать вставать, как опять будете падать. Это, конечно, все в шутку. Ну, в каждой шутке есть доля правды. Да. Все возможно. Как говорится, было бы желание. Эх, а вот если бы школы не было, это вообще было бы идеально. Еле-еле. Так, у меня было 13 или сколько там? Блин. Вечеринком задел. Да, Хуба, все хочу тебя спросить. Где ты так в футбол научился играть? На приставке. Я думал, в детском саду сейчас ответит. Ну, почти. И. Так, ну 22, это мы только начали. Лужа. Так, тем временем мы объясняем про Цигару, а то, что ты делаешь тут. Может, он в недоумении. Блин. Ну, основная цель игры – это заработать как можно большее количество денег, золотых монет, а не то, чтобы там что-то выиграть. Молодец, он тебя прям услышал. Ну, напиши ему. Ну, я уже написал тут, что можно, вместе с Хубой. Портсигарным чайку уже заварил. По-моему, тебя матами обзашивают. Да? Не, ну я так предположил. Не, ну уже 31 попытка. Все, это последний. Он сам полетел. 31. Блин. Всего лишь 31. Было бы. Так, Куба у нас сейчас будет заниматься
наверное, тем же самым. Хотя хрен его знает. В принципе, он может в магазине купить приспособление. Если захочет, конечно. Если бы я знал, что еще покупать, конечно. Ну, там можешь купить эту ракету там или катилку. Там же все написано, все в магазине. Ох, как идеально! Это с катилкой, это вообще будет бомба. Вот, кстати, Хуба писал, что эта игра его не зацепила. Как раз вот из-за того, что там важно именно собирать монеты, а не выигрывать. Правильно я понял? Да-да-да. По голове. Может быть, у тебя в процессе как-то поменяется точка зрения. Поживем, увидим. Застряла, а нет. А я думал, Хуба чит какой-то знает, чтобы она застревала там. Там, если группу крови выбрать пятую, то можно перебросить через флажок. Юмор оценил. Ну, у нас Мафута умудрялся через флажок перебрасывать, я видел. Так, у нас у портсигара, по-моему, 8 был бросков или сколько? Десятку. Пятьдесят два, это у меня. Вот был 13, стал 52. У меня, скорее всего, 6. Сейчас посмотрим. Да, как ты угадал. Да. Я сам не знаю. А, все, она потрачена ракету. Ага, ракета? Ты ракету купил? Чтоб побыстрее. А, ну давай, сейчас я мы как раз посмотрим. Красиво. Ну где-то 4-5 бросков так. С ракетой. 4 броска. 4 с ракеты и один обычный. 3 с ракеты и один обычный должен быть. А, 3 даже? Я помню. Да. Посмотри, как будет. Ну, что с обычным. И, видимо, вот он обычный уже пошел. Итого 4 броска. Так, сейчас кто у нас? Компьютер. Так, я пока попробую рассылку сделать. Пока это не очень интересно смотреть. А не поздновато уже для рассылки-то? Блин, на моих 9 часов только. На моих тоже. Но я в смысле то, что игра уже пройдена. Так, идет рассылка. Так, комп у нас 7-й удар херачит. А, 6 ударов. 6 ударов, все. Ну, отлично.
Итого, по идее, я выиграл. А вот третий кто? Черт его знает. Я не успел поглядеть. Так, сейчас у нас что, плавание, видимо? Вот тут надо затариваться. Но тут могут быть косяки с управлением, учтите, если вы не знаете, кто вами управляет, то значит это не вы. Так, я выбираю, блин. Так, ну, вот это. И какие самые нужные? Параметры, в смысле? Я думаю, что скорость, но я не могу сказать точно. Так, это уже сдох. Да, вот это вот. Хоть у него мало хп, но он... Майкл вот Джексон этого. Какой-то. Так, я, да? Что-то я. Ну, я зайду. Вон пиранья. 52. Так, а тут я какой? Да блин, тут тоже 52. И тут 52. Первый. Отлично. Да блин. Так, сейчас. Я все понимаю. Так, тут у нас что? Так, скорости что-то... Силы маловато. Во! Ну ладно. Все равно я не за себя буду управлять. Так, Хуба что-то будет делать. Умно. Можно было бы пиранью купить. Может быть, Барс сейчас возьмет и за 15 как пираний купит. 28 медалей у меня золотых. Круто. А, это же на рак. Так, куплю себе быстрое плавание и жвачку, чтобы был кислород. Да, правильно. За 15 это пиранья. Пиранья не буду, дорогая. Так, сейчас будьте внимательны. Твою мать. Вот так. Могут быть косяки. Итого, с управлениями. Так, все видят? Все. Поперли. Так, я сейчас партом. Надо было еще этих параметров докупить, наверное. Ну ладно. Уже поздно. А я вообще как в реале, так и в игре ненавижу плавание. Надо тоже монет пособирать, да и все. Сдохнешь, не сдохнешь. Так, Куб печатает что-то. Мочи его, не давай монеты собирать. Ну, я, в принципе, так и делаю.
Да сам сдохнет. Во как, идеально просто. Парк пишет, что ты поступил нечестно. В каком смысле? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как будет делать Хуба. Эй, блин. Фу, не вязай меня. Значит, по-моему, управление. А, все нормально. Так, ну я надеюсь, я ничего не делаю сейчас. Я сейчас не управляю, если что. Я думаю, Хуба тоже. То есть парк. Он написал. Да послушай, он по стенам написал, что нельзя было драться, типа. Я не знаю, что за бред, что нельзя драться. Эй, монету, куда делись? Блин. Так а мы не дрались? Мы так? Мы культурно развлекались? Да, именно, спасибо. Еще девушек сюда вообще было бы идеально. Вот, мне ту, что из Street Fighter. Стоянку Чун Ли сюда бы. Хотя бы. Или которая из той Олимпиады с этой хренью. С ежами, с которыми. И подогреть бы все это дело. Блин, по-моему, меня отлупили. Опять. Ай, а, сдохни. Я уж не сопротивляюсь. И это правильно, у меня все равно силы больше. Парт играет с Нараком. А со мной? Блин. Да, но если там управление. Да не, вроде как я управляю. Да, я управляю. Монетки собираем. Кстати, на нахрен. Блин. Полностью это не так делаю. Все так, ты просто слабенького выбрал, у него силы нету, поэтому тебе дают. Да, вообще непонятно, почему ты такого выбрал. Если честно, у него максимум 255 хп, это максимум, который в игре может быть. Да. Жизненный здоровье как раз наоборот, самый большой, а вот силушку, конечно, да, надо было параметры купить. Я дебил, ничего не сделал. Кстати, 255 это не с потолка число. Это если в хекс перевести, то это будет FF. Нет, ничего не говорит. Это ты тут умеешь хаки делать, не я. Так, ох, мы тут с Хубой. А я не знаю, я ли управляю, или не я. Да он сейчас сам сдохнет. Вот будет. Крыша вот сейчас будет, это вообще капец будет полный. Это согласен. Я их тоже терпеть не могу. Сам нормально там подраться делают, это да. Ага! Нафиг. Поскольку кто-то отхватит тут. Кто же? Я чувствую, Хуба тут навалился своим брюхом. Кто-то у него это... Прическа хорошая. Ты что, этим красным играешь? Я красным. Вот у него прическа на мою похожа. До свидания. На нафиг. Давай, спасибо за внимание. Свидания. А, не я. Алко. Так, это парт опять с Хубой, я так понимаю. Ну да. А я опять валяюсь в лазарете. Не, у меня управления нету. Так, у кого есть? Я управляю. Давай сейчас я за тебя да, попробую. Ой, чё ж ты какой медленный-то, это уж ужас. Собирать монетки. Ну, вот так вот. Прошу прощения называется. Да. Я облажался.
Это не я, это Хуба облажался. Так, кто там нас? Так, я играю за первое место с компом. Ну это Павел. По-моему, ты сдохнешь. Кто-то опять ускоряет время. Да нет, нормально таймер идет и все. Просто подлагивает, поэтому кажет. Ну где монеты, твою мать? Охренели. Так, надо подкачаться. Он так ищет, типа, за шорты утянуть. Ты знаешь, блин, у меня тут вообще окошко вылезло, сволочь. Иди ты нахрен, дурак. Блин. Блин, да надо его мочить, а? Потом тебя отмочит. Да легкие извращенцы, за шорты дергают. Вообще бесстыжие американцы. Бля, мекана. Ну и ладно. Это тоже неплохо. Второе место. Это да. Почти первое, но не первое. Так, а кто третий, я хрен узнает. Третий Парсиал. Ну, причем мне еще 5 монет дали. То есть я не особо-то проиграл. Так, крыши. Крыши. Тут нужна скорость. Скорее всего. И сила. Потому что защита только в драках, наверное, нужна. Ну, парт сейчас скупит, затарится. Нет, что-то передумал. Это он с ума смотрел, наверное. Монетки. Ну что, пожелаем ему удачи. Сейчас все крыши пройдет. Я, наверное, 6 попыток на себе куплю, потому что я не умею сильно. Идеально. На-на. Начал неплохо. Это уже третья крыша. Четвертая крыша. Эх! 4 крыши. Я не больше сделаю. Так. Ну дай последнего, тоже крутая прическа. Да, я вот этого. Блин, у меня руки устали после этой самой. Так, 82. И чё? Вот так. Не знаю, нашел победителя. Так, сейчас мы. Ход назад. Я купил это, да, купил. Ух ты, нихрена. Вперед. К победам. Да я, блин, сейчас обосрусь тоже. Ничего, ухватился, успел. Умеешь, моешь. Уже хорошо. Я залазил, извини. Ну и ладно.
Нормально. Итого уже. Ну, нормально. 6 крыш. 6 это мой стандарт. Мой стандарт. Так, сейчас Хобу выбирает. Да. Ну, надо обойтись, сдохло. Тоже скоростного решил выбрать. Идеально, надо было зацепиться, Хуба. Кнопкой Б. Он пишет, что никто не дойдет до конца. Почему не дойдет? Комп дойдет. Ну да. Че? Итого, здесь надо крыша у нас? На А взять, немного подержать, и тогда он ее отпустит. Эх. Вот да. Стандарт. Это просто тренироваться надо. Вот это в очках возьму. Ты что-то каких-то самых дохлых берешь постоянно. Я команда дохлая попалась. Я команда просто дохлая попалась. Так. Ну ладно. Принимается. 30 ма. Так, тут себе ход назад. Буду брать. Все равно обосрусь. Итого я на 4-м месте. А кто на 5-м, интересно? Наверное. Американцы на 2-м месте. Ты на 1-м. Барс, что ли? Парсигар на 3-м. Парсигар на 3-м. Значит, Хуба значит, тогда. На 5-м. Да. Ну ладно. Если по иероглифам, то вроде как так их школа называется. Я не помню даже. Так, стандарт 3. А блин. Ты тоже не зацепился. Кнопка Б, не забываем. Так. Стандарт пройден. Уже приятно. У меня стандарт это 6. Нет, это хуже, чем я. Извини. Не извиняю. Компьютер. Сейчас он все нахрен. Так. Сейчас компьютер вам покажет, как надо. А это компьютер вообще. Да он читак. Вот сейчас вот сыграем, и пойду я на крышу проверять. Самокат возьму. Как это прыгать так? Да это уже... Катафалк сразу вызови. Не, ну есть ради чего, там же монеты будут. Наверняка, между крышами. Я думаю, тебя... Там в пункте там будет собирать долго. В штрафбате? В штрафпункте. Идеально. Да. Ни одной попытки не стратил. Я же говорю. 54, тут 55, читак. 56. Он обычный читер. Я на 3-м месте, что ли? Ничего себе. Да хрен его знает. Уйди, я на 5-м месте был. А, дали этому компу пятерку еще. Так, файтинги. Файтинг. Вот это мясо, наконец-таки. Так, выбирай портсигар. Теперь Хуба. На рак. Так. Что-то мы всех. Ага, а говорил дохлая команда. Видал, сколько у него? Ну, это у одного такого только. Так можно ж прокачать. Ну, мне это не хватает манишек для прокачек. 90. А максимум, по-моему, 99. По-моему, я знаю победителя. Знаешь, потом купи все, ты все равно выиграешь. Хотя нет, лучше не надо, не рискуй. Не рискуй, да. Я просто хочу тебя сбить с пути истинного. Проиграл. Нет, не выйдет. Ну слушай меня. Понакупи себе. Да, наверное, нет смысла.
Так. Да у тебя сюжетка была. Один из этих драконов. Они же там эти. Не буду ничего покупать. Дам вам шанс. Спасибо, великодушный. Так, ну мой основной конкурент комп, я так понимаю. И тот его отметили быстрее, чем меня. Если нам выпадет шанс сразиться. По-моему, кто-то потратил все золотые монеты. Интересно, кто? Это думаю, Хуба! Охренеть! Значит, я буду не последним. Хуба, ты потратил все свое золото? Так, я буду... Гуляй так на все. Ты вроде ничего не покупал, блин, или все-таки это? Что-то я пропустил, наверное. Ну, у меня 25, у Нарока 32, я все равно последний, ну. Так, куплю 3 в одном. В одном флаконе? Да. О, Нарак прокачался. Ну, это будет тяжко. Да. И я 0.05. В четвертом месте. Вообще красота. Так, мы Спарта. Так. Надеюсь, я сам собой буду управлять. Доллару купил, кстати. В принципе, мне-то терять нечего. Да, ты все равно выиграешь. Так. Культ бит, значит. На, нафиг. А чё я купил? Я хрен узнает, я не смотрел. Ты купил то, что потратил все твое золото. Может, восстановление здоровья? Я понял. Может, восстановление здоровья там? Оно я забыл стоит. На какую кнопку, блин. А, во, вспомнил. Пол? Ну все, это писец тогда. Партигара безнадёжно даже об стенки бьется. Да, башкой об стенку ему. По-моему, ты сейчас сдавай. Кстати, кони вот это как он здесь бьется, как-то слабые у него удары. Одни броски только. А вот у Рики, какой удар, это вообще просто капец. Когда вот это раскручивает, подкидывает и апперкот. Правильно, дядя Федор. На. Через себя. Через плечо, то есть. Бля, это плохо. Ну ты хоть его замочи. Тут скучно уже. Я хочу сыграть, а? Бля. И вот эти удары, блин, бля, это пиздец. Да сразу беру колено ему. На, да все поздно. Поздно бить боржоми, когда отвалились да, все батенька. Почки. От этих ударов. Так, пожалуйста, не лупите меня сильно. Подкол. А он вообще работает у Хубы? Что-то я не вижу, чтобы он им управлял. А, да так походу дыхинг, у меня еще Липецк с Спартом. Нормально. А кто мной стал управлять? У меня Липецк с Спартом еще дерутся. Ну и кто там выигрывает? Отношения. И, если честно, кто-то это... Липецк ведет пока. Мне больше нравится твоя версия, Хуба. Тебе просто этого ХП больше.
Ну, я проиграл ему. А я сейчас тебя лупил. Потом кто-то взял за меня управление. Вот так всегда, к последнему этому поединку Десинг. В прошлый раз мы тоже играли, когда вчетвером. Как раз, по-моему, с тобой Хуба и Десинг у нас. Ну, долго на рашке сидим, видишь, получается Десинг. Ну да, видимо, да. Блинство. Это простая формула. Ну и ладно. Тем не менее, победил тот, кто должен был победить. Никто! Победил Десинг. Опять. Он такой коварный. Такой коварный, подкрался из-под спин. За спину подкрался. И победил нас всех одним ударом. Да он читак. Ну что, есть у кого какие пожелания, предложения? Короче, все уроды, я ненавижу вас. Это была шутка. Всплеск эмоций. Это было очень эмоционально. Которых вы меня на дорожке беговой отлупили. Это просто, блин, огонь просто. Ну и на этой замечательной ноте мы заканчиваем этот стрим. С вами сегодня были Липец, который сейчас комментирует на РАК. И Хуба-Буба 5, который первый раз я его слушаю. Я и записал его голос на магнитофон, на пластинку, буду прокручивать. Будет у меня ремикс, потом буду его вставлять эти самые цитаты, крылатые выражения. Компромат будет на него все. Короче, он первый и последний раз сегодня с нами. Но все-таки мы надеемся, что мы в таком качестве еще поиграем во что-нибудь. И мы еще услышим эти голоса, эти звонкие голоса. А если еще и Мафута подключится, то это ж вообще будет просто такие надо брать. Ну ладно. Всем пока. Всем привет. Да, всем пока от моей подводной лодки. Пока. Пока, Хуба. Пока. Записан.